Па-бам! Короче, я решила сделать себе шторы. Только не смотрите, что вот эта мотня висит. Это просто я приложила. Вот я убила, ну не убила, а вкрутила один болтик, второй. И вот такие будут эти. Только я не знаю, мне надо найти шторы. Это я просто предложила, чтобы типа показать, как оно будет. Я сняла тюль, потому что там старые крючки. И тюль уже 100 лет не стиранная, она такая грязная. И просто я... Для чего, почему я это делаю? Потому что назад я повесить не могу. Там старые советские застежки. Назад оно никак... Я не знаю, как оно вешается. Там такие вот крючки, что зацепило. А как его назад, я не знаю. Нету никаких ни кнопок, ни нажатия. Ну, в общем, и вот эти надо снять и перестирать тоже. Ну, или не стирать, а просто сложить их, да и все. В принципе, они мне не надо. А сюда я просто хочу вот в таком плане повесить, чтобы оно... Вот этого ж не будет верха. Чтобы вот это просто... Знаете, как в селах делали? Просто на окна такие шторки на ниточке. Вот так я и хочу сделать. В принципе, до половины окна хватит. И все. Ну, то есть, если будешь ходить, вот я как на моем уровне, ничего не, ну, не будет видно. И все, больше ничего не надо. И точно так же на кухне хочу сделать. Вот для чего было мне надо отвертка и шурупы.